Андрій Толпекін – адвокат, правозахисник, громадський діяч. Головний напрямок здійснення адвокатської діяльності – боротьба з рейдерами в банківській сфері. Юридичний стаж – 20 років. Так, доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Отже, така актуальна у нас тема, особливо зараз у грудні, коли починаються так сесії. Всі ми знаємо, що у нас відбувається в університетах часто, або ж навіть у школах все буває різні. Отже, давайте розберемося все ж, в яких ситуаціях найчастіше зустрічається корупція у нас зараз в Україні на сьогодні? Я так би сказав, можна розділити на два блоки. Є, в народі говорять, бытова корупція, а є стоп-корупція. Ну, как я, как человек, который понимает именно и занимается юридической практикой, то могу сказать, что в первую очередь именно надо было победить топ-коррупцию, потому что начинается все с головы, а потом уже все идет вниз. По поводу бытовой коррупции мы сталкиваемся настолько, что мы уже все привыкли к тому, что надо за что-то как-то заплатить. И это уже не считается каким-то зазорным. И люди даже не понимают, что это уже коррупционные действия. И я сталкиваюсь с тем, что на сегодняшний день начинают учителей, врачей, ну, на бытовом уровне считается, что ты должен за что-то заплатить. Хотя, ну, начиная от садиков, школ, это уже, они даже оформляют это юридически, даже те, кто именно, то есть получает эти, получается, денежные средства, вознаграждение, я говорю, в кавычках, они даже уже сами не сомневаются, потому что это уже правомерно и правильно. Хочу просто сказать о том, что уже сколько было скандала по поводу получения этих денег за шторы там, и так далее в садиках, школах. И благодійні внески зараз, так? Благодійні внески и тому подобное, которые уже просто ну, не выдерживают никакой критики и есть теми коррупционными действиями. Уже не единожды во всех средствах массовой информации об этом говорилось, о том, что в бюджете достаточно средств, выделяется достаточно средств, а мы видим ситуацию, что это еще идет, я просто скажу, с 90-х годов, когда формировалось наше независимое государство, и действительно была ситуация критическая, скажу, по всем бюджетным коммунальным учреждениям, да, там школ, детских садов, институтов и тому подобное, то на сегодняшний день достаточно выделяется бюджетных средств, и, соответственно, уже настолько привыкли определенные, как бы сказать, руководители этих заведений, что нужно помимо этого еще придумывать, как взимать деньги с родителей и таким образом узаканивать данную бытовую коррупцию, я хочу сказать. Но я пока не затрагиваю блок именно топ-коррупции, да, то есть как бы это уже мы говорим о судьях, о прокурорах, о депутатах и так далее, которые уже последствиями, то есть решая вопросы распределения бюджетных средств, ну и соответственно как бы там уже идут суммы на миллионы, да, то есть как бы и с этого все начинается, как только начинается сверху, то внизу именно, соответственно, как бы это уже считается тоже незазорным. Але все одно ми більше зустрічаємось із побутовою корупцією, так, да. Те, що от у нас є, і до чого ми вже навіть да. І звикли, так. Да, то есть мы привыкли о том, что именно на сегодняшний день мы должны за все заплатить, придя к врачу, тот, который получает зарплату на сегодняшний день, мы считаем, и врач считает, что он может просто взять деньги, помимо того, той заработной платы, еще помимо этого, вознаграждение, якобы. Хотя именно, то есть, как бы, и это уже выглядит в таком ракурсе, пойдите справку возьмите там, возьмите здесь и так далее. Мы говорим о вопросах, там, например, получения инвалидности, да, там, человеку, которого гоняют именно, и ему должен подтверждать, если у него ноги нет, да, у нас же доходит до абсурда. Он должен каждый раз подтверждать, что она как бы якобы у него не выросла, да, то есть как бы на всех этих комиссиях идет полное издевательство. Почему? Потому что эта система уже просто привыкли к тому, что каждый должен за что-то заплатить. Даже тот инвалид, который уже несчастный, и, соответственно, он сталкивается вот как раз с этой бытовой коррупцией, чтобы подтвердить людям, которые, имея определенные полномочия, да, то есть как бы издеваются над нашими гражданами, чтобы получить вот эту неправомерную выгоду. То есть юридически на сегодняшний день предусмотрено уголовным кодексом раньше
ну, как вы говорите, хабар, то сейчас это неправомерная выгода, называется именно, то есть как бы отрывание, то есть как бы определенных денежных средств за то, что человек и определенная посадовая особа, да, она обязана выполнять и за это зарплату получать. Но она хочет помимо этого еще получить некое вознаграждение. Вопрос в том, что насколько это идет, как бы сказать, вымогание, да, то есть конкретно или человек именно сам инициирует это предоставление этой выгоды или с него вымогают, то, соответственно, хочу сказать, что у нас есть правоохранительные органы. Если с вас вымогают именно определенную сумму, вы можете смело обращаться с заявлением в полицию и, соответственно, уже тогда этого человека будут привлекать к уголовной ответственности. Тобто саме в ситуації, якщо з нас вимагають або якось натякають на те, що вам варто заплатити, то ми можемо написати так до заяву і таким чином покарати порушника. Совершенно вірно. Тобто ви повинні розуміти, люди просто бувають, коли сталкуються з тим, що как бы не знают, куда идти и что делать. Ну, да, это то, часто да, так. Да, там, то есть, как бы, и я просто в этом случае именно, то есть, как бы, если это просто идет в наглой форме, и человек именно действительно материально не обеспечен, и ему некуда деваться, как я приводил пример, там, инвалид, и там мы сталкиваемся с тем, как бы сказать, массовой коррупцией в больницах, да, то есть как бы, когда там говорят, заплатите сюда фонд, когда анализы предусмотрены, на этом бюджетом выделены именно определенные средства на лекарства и так далее, и человек, придя именно, то есть ему говорят, заплатите вот за такой-то анализ и так далее, то я хочу уверить, что это все неправомерно. То есть, когда вы поднимете этот вопрос, сразу же все начнут именно, как бы сказать, теряться. И, соответственно, сразу же сделают вам все анализы, все бесплатно. Если же, как бы, такой вопрос именно, как бы, вы видите, что вам препятствует и не предоставляет те услуги, которые предусмотрены, как бы, нашим законодательством, то, соответственно, у вас есть право обратиться в правоохранительные органы и привлечь данное, то есть должностное лицо к уголовной ответственности. Какую ответственность понесет эта особа? Ну, это просто, я хотел бы сказать, там расширенное, как бы, идет именно от штрафов до позбавления воли людины, да, то есть как бы, в зависимости от той суммы, которую он вымогает, да, то есть и уже идет именно и непосредственно той должности, которую он занимает. И если это один человек, да, то есть одно должностное лицо, а если в этом связано несколько должностных лиц, соответственно, увеличивается, согласно Уголовного кодекса, и ответственность. Там, получается, все зависит, как говорится, от сумм, от должности и группы. Если группа лиц, то это еще увеличивает, соответственно, ответственность там, от 3 до 5 лет, и начиная от штрафа. Да, коррупционное, если оно незначительное, то, соответственно, предусмотрено Уголовным кодексом также штрафные санкції. Якщо у нас є посередники між тою людиною, яка хоче взяти гроші, і тою, який пропонують заплатити, яку відповідальність несе такий посередник, і, можливо, та особа, яка все ж погоджується заплатити, дати ось цю винагороду? Я б хотів би сказати, тут теж дуже обширна тема. Посередник, він може бути также быть и должностным лицом, может быть и должностным лицом. То есть в связи с этим есть закон про запобегание коррупции, есть уголовный кодекс, который предусматривает все эти моменты и расширенно трактует, кто же такой посредник. Посредник может просто быть физическое лицо, да, там непосредственно гражданин, может быть должностное лицо, соответственно, увеличивается значительно не меньше именно его именно ответственность, чем то лицо, которое просто физическое лицо. То есть, соответственно, как бы уже при расследовании, потом впоследствии передачи всех материалов в суд, то суд уже определяет непосредственное участие данного посредника и его ответственность уже ли как должностного лица, или просто простого гражданина, который инициирует такие действия, чтобы люди давали непосредственно неправомерную выгоду по тем или иным услугам, я говорю в кавычках. Так, якщо людина все ж погодилась заплатити, чи несе вона відповідальність за те, що дає хабара? Чи винагороду, як це зараз? Вообще бы я хотел сказать, что есть такая провокация, то есть она предусмотрена тоже предоставление неправомерной выгоды, если это умышленно, да, то есть как бы если это лицо инициировало
дачу данной взятки, да, то есть хабаря, то, соответственно, она также несет ответственность. Если же это было лицо, которое, получается, оно потерпевшее, оно просто не могло именно по-другому поступить. Почему? Потому что ему надо получить услуги, там, лечение, там, предоставление тех или иных именно моментов, которые просто оно должно было бы получить. Если в этом случае данное лицо предоставило данное деятельность, оно не несет ответственность. Если же это было сознательно, и потом оно еще именно как бы непосредственно от этого имело какую-то выгоду, то вы становитесь таким же участником данного, как говорится, преступного действия, да, то есть как бы предоставление неправомерной выгоды. Чтобы просто люди понимали, да, то есть как бы, если ты предоставляешь эти денежные средства для того, чтобы решить свой вопрос, потому что тебе по-другому никак, потому что тебя к этому сподвигли, то это один вопрос. А если ты еще и плюс от этого имеешь какую-то неправомерную выгоду, соответственно, ты становишься таким же участником данного, как говорится, преступления. То кожен за все понесе відповідальність, просто треба думати і, можливо, вже починати з самих себе, зупиняти ось таку побутову спочатку корупцію, а вже потім будемо доходити до топ-корупції. Ну, так? Я хотів би чуть-чуть іменно, як по поводу топ. Я считаю, что на сегодняшний день, ну, у нас есть именно прогалины в законодательстве, когда топ-коррупция, когда колоссальные средства, когда люди задерживаются, мы сейчас видим по телевидению, когда задерживаются то один чиновник, то другой, впоследствии он же сразу через какое-то время выпускается под залог. То есть как бы на сегодняшний день подан законопроект по поводу того, что президентом, по поводу того, чтобы внести изменения в уголовное законодательство и отменить этот залог, то есть возможность коррупционеру внести залог и потом выйти на свободу, потом чтобы влиять на следствие, чтобы это дело развалилось и так далее. Я считаю, что это правильно, именно этот законопроект. Почему? Потому что если лицо, например, десятилетиями воровало именно миллионами, да, там, сотнями миллионами, а потом оно уплачивает там их десятую часть из того, что украла, и выходит на свободу, соответственно, это теряет какой-то смысл, получается, работы правоохранительных органов. Так что будем надеяться, что законодательство приведется в соответствие, и уже непосредственно стоп преступлений в коррупции мы наведем порядок и на бытовом уровне. Потому что люди именно будут видеть, что наверху уже, то есть какой-то более именно, то есть есть порядок в этом отношении, и есть ответственность определенных лиц, то я думаю, что люди это сразу же, этот сигнал почувствуют, и, соответственно, у нас тоже начнется именно уже на бытовом уровне какой-то порядок. Так, я вам дякую, дякую за таку інформацію. Я думаю, тепер всі замислились, можливо, у когось сьогодні мало статися ось така корупція. Будемо думати, що краще починати вже зупиняти себе. Андрій Толпекін, адвокат, сьогодні був у нас в гостях.